Всем привет! У нас в Омске уже поздний вечер. У меня сегодня, можно сказать, экстренный выпуск. Дело в том, что буквально на днях я выкладывала видео про то, что у нас в свободной продаже, просто заходи и выбирай на любой вкус и цвет, стоят Леодора. Эти красавицы, над ними наклоняешься, запах просто божественный. И вот одна из подписчиц моего канала, из соседнего города Новосибирска, Ольга, написала мне, а не смогли бы вы купить мне Леодора? Я как бы не против никогда, я всегда говорю, просто у нас сейчас морозы, и на передержку до весны как бы я не очень готова ставить орхидею, но такую редкую, тем более, что она сказала, что в ближайшие дни ее приедут, заберут. Конечно же, я съездила и с радостью ее купила. Не знаю, прям такое наслаждение. Наверное, все понимают, как орхолюбители любят выбирать, копаться, покупать орхидею. По листве сразу видно, что это Леодора. Выбирала я ее долго. Одно дело выбирать себе, второе дело выбирать кому-то. Это такая ответственность, вы не представляете. Там просмотрели все до миллиметра. Я сегодня была с водителем, она же оператор, она же мой помощник, доченька. Все просмотрели. То, что я там могла где-то не увидеть, пропустить, она все посмотрела. Вот видите, растущий корешок. Шейка вся чистая. Мне там понравился немножко другой экземплярчик изначально. Но там что-то было у корней немножко черное. Но там было больше цветочков и даже один бутон. Я думаю, что Ольга меня поймет, что самое главное все-таки это сам куст. Ну и цветы, конечно. Вы не представляете, вот сейчас, казалось бы, вечер, я ее купила, да, по холоду несла, она пахнет, она реально пахнет. У нее три цветоноса. На одном вот два цветочка. На одном один. Но мы все знаем, что цветочки – это не показатель. Она может их скинуть буквально через два дня. Не дай бог, конечно. Мне бы очень хотелось, чтобы Ольга понаслаждалась своей орхидеей. Вот на одном цветоносе вот так вот какой-то зачаток листочка. У меня такого ни разу не было. Я всегда говорю, что я не гуру У меня не так давно орхидеи, я сама еще во всем учусь и с удовольствием перенимаю чужой опыт, даже и на канале. Кстати, сейчас мне только что написала Марина Орхидушки, что Леодора есть, ой, кажется, она сказала два вида. А к чему это говорю? Вот сейчас я размещу фотографию своего Леодора. Когда я покупала, был вот такой же вытянутый к низу цветочек. Вот это место было вытянуто вот так вниз. А когда она у меня зацвела, она более круглая. Но это видно будет сейчас по фотографии. Она стала почему-то более круглая. И она не стала такой яркой у меня. Вы посмотрите, какая она. Боже мой. Если честно, мне до сих пор не верится, что у нас в Омске можно просто вот так спокойно зайти и выбрать Леодора. Вот такую вот красавицу. Я представляю, какой будет сюрприз для Ольги. Я ей говорила, что я завтра съезжу ее заберу. Честно скажу, я не удержалась. Просто полетела и ей ее купила. Сочная такая листва. Вот этот листик, я так понимаю, еще растет. А, корни. Забыла показать корни. Выбирала, конечно, чтобы были хорошие корни. Как бы там ни было, но для орхидеи это одно из первостепенных, чтобы шея не гнила и корни. Оля, смотрите, вот ваша орхидея. Ну, она просто чудо. Забирайте свою красавицу. Ну, а Марина, канал Орхидушки и мы, Марин, сними видео, пожалуйста. Я думаю, что много будет желающих посмотреть. Я не знала, что Леодора не один вид. С удовольствием посмотрю.
Ольга, еще раз полюбуйтесь на свою красавицу. Такая она яркая и очень вкусно пахнет. А мечи, кстати, одну орхидею Леодора будет завтра уценять. Но сразу скажу, там с корнями прям, ну, не все так гладко, как хотелось бы. Если кто-то готов взять на себя такую ответственность и выходить орхидею, то я думаю, что где-то во второй половине дня можно наведаться, и она будет, скорее всего, на уценке. Но это чудо. Ольга, вот ваша орхидея, я за нее теперь в ответе. Забирайте свою красавицу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.